Всем доброго времени суток, с вами Соб. И мы продолжаем прохождение Horizon Zero Dawn. В прошлой серии мы добрались до башни автоматизированных систем Fargo. И наконец-то узнали, что именно эта компания придумала и создала машины, которые в свою очередь вышли из-под контроля и начали уничтожать человечество. Но некая доктор Элизабет Собек, по-моему, если не ошибаюсь, придумала, как выжить в этой ситуации. И каким способом нам предстоит выжить, мы как раз будем узнавать уже в дальнейшем прохождении. Также нам наконец-таки открылся незнакомец, который нам помогал в последнюю серию. Сначала в виде голоса, а потом уже в конце открылся в виде голограммы, которым мы познакомились. По-моему, его зовут Silence, если я не путаю. Так, что ж, чем мы займемся дальше? Ну, наверное, сначала мы посмотрим, что у нас есть из новенького в заданиях. У нас появилось новое побочное задание, да? Древний арсенал и путешествие в мерзлые пустоши. 25 и 30 уровень. Ну, пока мы эти задания оставим без внимания. Новые дела. Заложники. Олин не стал молить Элой о пощаде, но попросил спасти его семью, которую затмение держит в заложниках. Что у нас из основных заданий? Из основных заданий у нас клад смерти и пограничные земли. Пограничные земли — это история сестры Эренда, Эрзу. Судя по всему, сестру Эренда Эрзу не убили, а похитили. Но остаются еще вопросы, где она, кто это сделал и зачем. Также у нас основная миссия это клад смерти, который мы получили именно после прохождения этой башни, то есть автоматизированные системы Fargo. Что, давайте почитаем. Основное задание. Элой перебирается в руины базы командования роботами США, чтобы поискать информацию о проекте «Новый рассвет». Если она найдет оружие, при помощи которого Элизабет Собек победила древнюю армию роботов, то, вероятно, сама сможет им воспользоваться. Так, это, конечно, все хорошо. Но я думаю, что мы поступим следующим образом. А именно, мы вернемся в начальные локации и поможем нашим жителям, поскольку один из очень внимательных моих подписчиков попросил о том, чтобы... Точнее, не то, что попросил, он поведал мне, что за эти задания, то есть восклицательные знаки зеленого цвета, дают хорошие вещи, да и вообще можно прокачаться неплохо. Заодно и посмотрим, как Элой будет помогать местным жителям с их проблемами. Так что давайте выбираться, наверное, отсюда. А, нет, давайте продолжим, посмотрим, что у нас открылось нового. Записная книжка. Что-то новое в каталоге машин. Ага, мы узнали про рыскаря. Что у нас еще? Долгоног. И с верхней линейки все. Лентарок появился, да, у нас еще? Программа ПСИ. Перехват доступна. Мы можем лентарогов перехватывать. Коршун. Программа КСИ. Перехват недоступна. То есть нам нужно искать еще новые котлы. Лиходей. Программа РО. Что еще? Щелкозуб. Это наш крокодил, да? Да. Так, бегемот. Программа КСИ. Что еще у нас здесь? Громозев. Это здоровенный такой. Интересно будет его валить. Но я думаю, что не сейчас. Буревестник. Здоровенная птица. Пару раз мне от нее прилетало. Истребитель. Военные. Это как раз таки... котла у них нету, у этих истребителей. Потому что это древние военные машины. Как раз таки их... Создатель их и есть автоматизированные системы Fargo, то есть в этой башне, в которой мы находимся. Так, и еще у нас зараженные машины, да? Я так понимаю, что у нас есть еще 5 уникальных машин.
Видите, они отмечены синим цветом, который мы еще, в общем-то, не встречали. Вот это явный медведь, ну, судя по образу, да? А с этими я даже не могу вам сказать, на что это похоже. Это похоже на какой-то кактус. Ну, увидим. Так, коллекционные предметы. Так, здесь у нас всякие кувшины, да, наборы. Аудиозаписи. С аудиозаписями мы будем разбираться как-нибудь позже, когда соберем большинство. Наверное, отдельную серию посвящу я именно аудиозаписям и вообще, ну, собранному материалу. Что-то мы здесь не отметили. Что-то надо просмотреть, чтобы у нас... Вот, да, чтобы у нас ушел восклицательный знак. Изготовление. Что нам доступно нового в изготовлении? Боеприпасы. Ага. И здесь у нас комплект боеприпасов для нитемета. Нитемет Карха. Одна штука. Это у нас есть, и мы для него можем изготавливать новые боеприпасы. Комплект боеприпасов для канатомета. Эти комплекты боеприпасов предназначены для следующего оружия. Канатомет. У нас есть канатомет, нам его дал как раз Silence в прошлой серии. И вроде как он предназначен для того, чтобы связывать машины. Ну, я пока не знаю, насколько это эффективно и как это вообще работает. Подсумок с боеприпасами для канатомета. Мы пока оставим его без изменений. Хотя, в принципе, почему? Мы же можем его проапгрейдить, да? Вот, так, подсумок для лентемета. Угу. Кость лисы. Как раз можем сделать. Давайте сделаем. Что еще? Можем здесь сделать, да? Давайте прокачивать на все возможные бабки. Ну, то есть на все ресурсы, которые у нас есть. Что-то у нас какой-то новый предмет. Вот он, как раз таки канатомет. С помощью этого оружия можно связывать машины. Да? Чтобы обездвижить крупную машину, требуется несколько веревок. Если атаковать связанную цель, она освободится быстрее. Может быть модифицирован. В принципе, у меня сейчас все ячейки заняты. Оружие, ну, то есть быстрый выбор оружия. И, наверное, не стоит мне пока переключаться на этот канатомет. Но, может быть, в какой-то момент нам это и предоставит какую-то дополнительную возможность. Так, линза истребителя, линза лентарога. И из крыс мы еще собрали маленькие кусочки мяса. Так, из новых предметов все. Теперь из уникальных предметов. У нас, так, новые сосуды, да? И что это? Топливный элемент. Кстати говоря, этот топливный элемент — аккумулятор, разработанный для армейского голозамка середины 19 века. Для древнего арсенала, да, нам нужен он? Интересно. Я нашел как раз на этой башне его. Взрывная нить. Это у нас к новому, к этому, нитемету, да? То есть ловушки ставим. Так, и переходим к самому интересному. Навыков у нас накопилось аж 6 штук. Мне также подсказали ребята, что есть навык, называется он, по-моему, резак или резатель. Наверное, он где-то в старьевщик, механик, вызов машин. Боевой перехват. Обезвреживание ловушек. Умелый оружейник. Где он, резатель-то? Нет у нас тут такого. Может быть здесь? Вот, резчик. У вас повышается шанс добыть из туши шкуру, кость, линзу и сердце. То есть это увеличивает... Давайте возьмем. Это увеличивает получение редких материалов с трупов животных и с трупов машин. Ремонт ездовой машины. Ну, как-то мне не очень хочется этим заниматься. Хотя, в принципе, с другой стороны, если стратегия работает правильно, что можно одну машину из боевых переманить на свою сторону и натравить на другую машину, в принципе, очень полезный навык будет потом ее отремонтировать. Да, но для того, чтобы нам это сделать, нам нужно увеличить время владения машиной до бесконечности. В противном случае мы получаем обратный эффект, поскольку явно нас эта машина же потом и добьет. Так, давайте потратим остальные 4 навыкам.
чувство равновесия. Лой может стрелять из дальнобойного оружия прямо с веревок. Не знаю. Беззвучное касание. После прыжка Лой приземляется на землю абсолютно бесшумно, не привлекая внимания противников. Может, давайте вот возьмем его, потому что мне понравилось освобождать лагеря, а там прыжки имеют значение. Не привлекая внимания, когда Лой приседает, противникам еще труднее ее заметить. То есть это типа улучшение стелса, да? И стоит это 3 навыка. Может быть, пока посмотрим что-то из собирателя. Что нам доступно? Нам доступно старьевщик. При осмотре поврежденных машин Элой может в некоторых вероятностях извлечь дополнительный ресурс. Это опять же дополнительный сбор ресурсов. Боевой перехват. На 50% увеличивается срок, в течение которого укращенная машина будет оставаться под контролем Элой. Вот, кстати говоря, вот это, наверное, хорошая штука. Вот они, да. Боевой перехват плюс. Укращенная машина будет оставаться под контролем Элой в течение неограниченного времени. Берем, да. Потому что очень полезный, я думаю, будет этот навык нам. Укращенная машина будет оставаться так. И что последнее, позволяет Элой подозвать к себе только что укращенную машину, если у нее нет своей. Не вижу в этом пока смысла, если честно. Ладно, у нас остается один навык, и мы потратить его, в общем-то, ни на что не можем, правильно? Да. Значит, мы закончили. Ну что ж, давайте как-нибудь красиво отсюда спустимся. Давайте поднимемся на то место, где у нас был элемент, и там вроде как можно было воспользоваться веревкой и спуститься с помощью веревки. Потому что обратно через лифт я, как если честно, ползти не хочу. При условии того, что мы вроде как уже даже собрали все... ну, может быть, конечно, что-то пропустили. Но вроде как собрали все... весь лут, который может быть в этой локации. Вот, видите, вот эта рогатка, это явно для того, чтобы спуститься вниз по веревке. Да, какой же красивый вид отсюда, да, открывается? Так, ну что ж, спускаемся. Неужели у нее такая длинная веревка с собой? Или куда мы попали в итоге? Ага, мы спустились просто сюда же. Ладно, давайте тогда выбираться из этого мрачного здания. Может, нам по пути встретятся какие-то неприятности? Хотя сомневаюсь. Явно его, между прочим, холодно. Так, давайте воспользуемся визором, да посмотрим, может быть... Вот, допустим, ящик с припасами. Мы его пропустили. Мы до него, наверное, никак не доберемся, да? Да, наверное, добираться нужно было тогда. Ладно, не буду заморачиваться по этому поводу. Просто выбираемся из этой башни. Даже мы здесь сможем, да, это сделать? Интересно, у нас сектант-то встретится на нашем пути, нет? Может быть и нет. Так. Это где мы оказались? Мы оказались как раз в том лагере. Нет, мы с другой стороны того лагеря, да? Да, с другой стороны того лагеря. Где воевали. Ну, кстати, здесь есть какой-то лут. Я этим лутом брезговать не буду. Собираем все, что есть. Наверное, что-то, конечно, лишнее, но я в эту игру прохожу первый раз. И вообще я ее раньше не видел ни на каких видосах и ничего подобного про нее подробного не знаю. Поэтому я собираю весь лут. Дай бог, он нам пригодится. Что ж, как я и планировал, я сегодня пойду изучать локацию
Не то, что изучать локацию, мы ее и так знаем. Это начальная локация наша. Да, теперь мы можем спокойно сюда переместиться. Может быть, дойдем до торговца, чтобы высвободить. Да, давайте дойдем до торговца. Высвободим наш лут, который нам явно не нужен. И переместимся уже быстрым перемещением в начальную локацию. Повыполняем задачи восклицательным знаком отмеченные. Объясню. Во-первых, ребята говорят, что за них могут дать какие-то полезные вещи. Блин, на меня сагрилась куча лентарогов. Ну, мы от них просто свалим, да, наверное? А если мы начнем разговаривать с торговцем? Да, нам ничего не будет. А потом мы успеем убежать. Так, давайте посмотрим, что мы можем продать. Во-первых, из ресурсов. Так, продажа предметов за металлические осколки. Отдаем. Все, что не помечено к обмену, а просто к продаже, мы можем смело все сливать. Видите, вот здесь область применения. Вот если здесь написано «купля-продажа предметов», тогда я ее оставляю. А если написано просто «продажа предметов за металлические осколки», тогда я ее сливаю. Зачем мне таскать то, что мне в дальнейшем не пригодится, и то, что предназначено только для фарма осколков. Вот, видите? Часы нам только осколки принесут. Браслет, я так понимаю, кольцо какое-то. А вот это все полезное. Так, у нас 8 пакетов быстрого перемещения. Как раз сейчас мы ими воспользуемся. Только надо будет отбежать подальше. Так, все. А, стоп. Чувствую, после того, как я выйду отсюда, меня ждет жесткий удар, да? А, что из оружия у него есть? Нитимет Карха Тьмы. Ну, кстати говоря, у нас есть возможность его купить. Я вот только не знаю, стоит ли нам его покупать. 750 осколков, да, давайте, наверное, купим. И экипируем его на место нашего бывшего нитимета. Больше мы ничего из оружия нового приобрести не можем, да? Да. Так, а что у нас мы можем приобрести из брони, допустим? Знахарь Нора. Ну, мы и так в нем. Нам нужно сердце скраба, да. Я хочу защитницу Норы взять броню. Потому что она офигенный дает эффект. Ну, тяжелое вооружение. Так, ладно. Из ресурсов, зелий и всего остального, я думаю, что нам ничего здесь больше не нужно. Кстати, давайте посмотрим, может быть, мы можем что-то продать. Да, допустим, вот из оружия мы можем явно вот этот нитимет продать, да? Да, так, а из одежды ничего. Из модификаций, как и в прошлых сериях, я решил продавать или разбирать все зеленые модификации, оставлять только синие и фиолетовые. Так, продали. Из ловушек оружие ресурсов. Все, вроде как все, да? А что мы можем купить? Особые предметы. Карта обзорной точки. Давайте возьмем какую-нибудь карту, посмотрим, что это нам даст. Карта собирателя. Допустим, карта ботаника из племени Утару. Добавляет метки, указывающие на места, где можно найти металлические цветы. Вот, карта фигурки Банук. Кстати говоря, а что она стоит? Она стоит 8 металлических осколков, 1 сточное мясо, 1 жирное мясо. Берем. Карта металлические цветы. Не знаю, древние сосуды. В принципе, давайте закупимся. Да, а чё бы нет, давайте купим все. Потому что как бы это ни странно не было, они стоят не так дорого, как хотелось бы. Из сундуков. Что у нас из сундуков? Коробка с особыми модификациями. 1300. Нет, все. Это нам больше ничего не надо. Так, ну что, нас при выходе ждет удар. Да, но мы от него спокойненько убежали. Все, вроде как сваливаем от них.
если нам это удастся сделать. И бежим, наверное, быстрым перемещением воспользуемся, чтобы перебраться нам на новую локацию. Давайте засейвимся. Нам по дороге хорошо было бы. Все? Да, мы вроде как бы все сбросили за собой преследователей явно сбросили, да? И теперь можем уже переместиться. Ага. Эти карты даже никак активировать не надо, да? У меня их, в общем-то, и нету. Нет, есть, вот почему. Как его? Можно как-то использовать? Никак нельзя использовать, да? Ну, ничего страшного. Я так понимаю, что вот они обозначены места, где можно что-то найти. Это интересно. Так, а куда нас ведет это задание? Доберитесь до клада смерти. Металлический цветок, металлический цветок. Это мы везде это нашли или только здесь? Ладно, где у нас наша начальная локация? Вот здесь, да? Нет, не здесь. Где ж наша так, локация? 15 уровня, зараженная зона. Кстати, можно было бы сюда сходить. Что это у нас? Сердце матери. Так, вот наша, я так понимаю, да, правильная локация. Дозор матери. Вот здесь, наверное, где-то у нас как раз-таки главные ворота. И вот наше первое новое задание. Ну что, раз мы сегодня решили, точнее, я сегодня решил, то мы можем как раз-таки вернуться за этим цветком. Давайте, кстати говоря, попробуем это сделать. Посмотрим, что за цветок заодно. Так. Это мы вернулись прям вообще к дому, да? Это уже не дом. Мне тут больше нечего делать. Ну, тебе, может быть, и нечего делать, девочка. Хотя ты об этом еще не знаешь. Так, смотрим карту. Что это у нас? Могила Раста. Где могила Раста? Давайте ее посмотрим. Не понял, где могила Раста? Давайте выделим ее. Вот она там. Это ее отчим, да, я так понимаю? Раст. А, погоди, я сниму. Нечего ему слушать. Долго я не могла до тебя дойти, когда ты со мной прощался. Я слишком легко уступила. Надо было... Я не думала, что правда вижу тебя в последний раз. Я надеялась на лучшее. Конечно, ты был рядом. На инициации. Оберегал меня. Ты один поддерживал меня. Как всегда. Последний раз. Спасибо тебе. Я не растрачу зря твои дары. Обещаю. Я все сделаю. Элизабет Собок, она... не могла быть моей матерью. Она из Притеч. Жила давным-давно. Но мы как-то связаны. Дверь приняла меня за нее. Это очень странно. Как-то Элизабет не дала боевым машинам уничтожить мир. Она не смогла спасти цивилизацию Притеч. Все это было уничтожено. Но жизнь
уцелела. Элизабет не дала им поглотить жизнь. Что так, ж... ладно, пойдем дальше. Клад смерти ждет меня. Я пошла. Надеюсь, вернусь скоро. Надейся. Ну, может, и вернемся. А чё нет? Так, одеваем свою удивительную штуку под названием визор. И идем смотреть, что за металлический цветок нам тут доступен. Кстати говоря, зона обитателя падальщиков. Может быть, сюда пройдем? Здесь же, я так понимаю, тупик. Может быть, здесь что-то интересное будет? А потом начнем выполнять все известные нам восклицательные знаки. Попутно собирая цветочки и так далее. Кстати говоря, тут восклицательных знаков, я так понимаю, немного осталось. Может быть, я, конечно, их пропустил. Мороз щиплется. Ввиду того, что я просто пробежал их мимо, и сейчас они уже не актуальны. И все это он построил сам. Повторяешься, девочка, повторяешься. Так. Мне как-то нужно попасть туда. Мне тут больше нечего делать. Да, забор хорош. Хрен пройдешь. Так, ну у нас тут есть лестница. Интересно, этой лестницей можно воспользоваться? Нифига. Она просто нарисована, да? Ладно, значит, нам нужно обойти это как-то. Можно ли нам как-то это обойти? Может быть и нет. Кстати говоря, не исключено, что нет. То есть нам нужно будет обходить полностью всю эту территорию. А мне бы не хотелось бы, если честно. Да, я думаю, что это прям ближайший цветок. И он нам уже сразу отдастся. Но нифига он нам не отдастся, да? Нужно проходить как-то... непонятно каким образом. Конечно, не хотелось бы возвращаться сюда, если честно. Здесь есть дорога. Что-то мне непонятно. Стоп, давайте проверять. Вроде как есть дорога, которая ведет прямо за дом. И прямо туда, к этому цветку. Пока поднаберем всяких лекарственных растений и тому подобное. Так, еще смотрим. Дорога ведет, дорога, дорога. Дорога нас сейчас приведет аккурат в дом. Хотя нет, вот здесь вот показано, что здесь где-то проход есть. А, вот он. Калитка. Замечательно. Ну и теперь я уже побегу именно конкретно на метку. Оставлю на потом. Холодно ей, бедняжки. Так, ну это ладно, это кабан. Нас интересует цветок. Цветочек. Так, вы подошли к границе игровой зоны. Вам нужно развернуться. Если вы продолжите двигаться в этом направлении, будет загружена последняя сохраненная игра. Как это? Как бы об этом не пожалеете. Тормози, ничего не знаю. Мне нужно цветок собрать. 32. 23. Он где-то здесь. Вот, кстати говоря, вот он, наверное. Да. Металлический цветок. Модель 1 взять. Какой странный рисунок на цветке. Так. Где он у нас? Записная книжка, колесо на предметы. Вот они, да? Металлический цветок. Модель 1. Металлический цветок. Известный конструкции. Неизвестные конструкции. Возможно, способствует прорастанию семян. Содержит встроенный фрагмент кода. Наборы цветов можно обменять в меридиане на ценные награды. Ага, это хорошо.
Только я сомневаюсь, что они будут сильно ценные. А как нам отсюда выбраться? Я так понимаю, что вот так вот, да, как-то? Круто. Все. Тут мы уже можем прыжками выбраться, да, вроде как? Ну, вроде как, да. Так, а что у нас там? Ну, это проход опять к дому, да? Да. Ладничка, что у нас тут интересного? Больше интересного-то ничего и нету, да? Возвращаемся к этому восклицательному знаку. Воспользуемся набором быстрого перемещения. И начнем помогать местным жителям. Привет, торговиска. Торговка. Торгашка. Так, все, идем. Я не думаю, что здесь они будут слишком сложные. Задачки эти. Но и надеюсь, что они будут полезными. Бром. Ну и что ты? Чуть самоубийством не покончили, да? Жизнь нашу. Ну и чё ты? Чё кричишь-то? Нужна помощь? Ты выжила на инициации. Да, мне нужна помощь. 10 лет назад моего брата изгнали. Его срок прошел, но он не вернулся. Его лагерь пустует. И там везде кровь. Так. То есть лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, которые пошли его искать. Я не могу больше ни о чем думать. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать. Зачем ты пришла сюда одна? Каждый день я делала засечку на стене. Срок Брома прошел. Еще 3 засечки. Но он до сих пор не вернулся. Я упросила матриархов послать за ним воинов. И все, что они нашли, залитый кровью лагерь. Воины говорят, он погиб. Но я должна знать точно. Вот и пошла его искать. За что твоего брата изгнали? Бром был не такой, как все. Немного чудной. Один жестокий охотник постоянно над ним издевался. Я отошла всего на час. Охотник опять полез на него с кулаками. Но тут Бром дал сдачи, взял камень и раскроил ему череп. Он сказал, это духи ему велели. Шепот забытых. Изгой на 10 лет. И зачем я тогда ушла? Так, что за забытые? Богиня проклинает нераскаявшихся богохульников. Изгоняет из своей вечной памяти. Эти проклятые духи и есть забытые. Бром утверждал, что они отдают ему приказы. Это была тяжкая ноша, и я ничем не могла ему помочь. Ладно, пойдем поищем брата. Постараюсь разыскать твоего брата. Правда? Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Одной мне проще. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Новое побочное задание.
забытые. Давайте выберем его в списке задач. Побочные. Четвертый уровень. Ну, я думаю, я так и думаю, что мы сейчас справимся быстренько с этой, со всей хренью. А кто там у нас? Опа, падальщик. Да? Ну, я думаю, что в этой локации нам, думаю, никто не страшен, в принципе. Тем более, что я сейчас стрелял с высокоуровневого лука. Там еще два падальщика, да, тусят? Давайте их, наверное, тоже расправим. Зараза. Блин. Чё вы меня ушатываете-то? Вы думаете, вы меня достойны? Ушатать меня? Вот это, я думаю, вряд ли. Так, я достаточно долгое время не играл, поэтому... явно сейчас придется разыгрываться заново. Этот сгорел. Да, размочали немножко падальщиков. Собрали с них немножко лута. Да. Да, интересно, у нас с этим новым умением обработанный металлический блок. Что это такое? Предметы, ресурсы. Зеленка, да, какая-то была у нас? Обработанный металлический блок. Вот это, да? Эту необычную деталь можно добыть только из падальщиков, обработанных тушь. Туши других машин, и она ценится среди торговцев. Ну, хорошо. Ну, то есть, возможно, работает, да, новый навык? Возможно, и нет. Так, ладушки, пока мы тут, давайте, наверное, выберем обычный охотничий лук с обычными стрелами. Так, мы подбираемся к локации. Где нужно нам начинать поиск? Может пригодиться. Поиск нашего пропавшего чувака. Еще бы день наступил, было бы совсем шикарно. То как-то темновато. Так, тут какая-то вышка обзорная, да? Что нас там ждет, интересно? А, ну там нас, наверное... Опа, рыскари, да? Ага. Ну давай, поверни головку. Где второй? Это, наверное, лагерь Брома. Надо избавиться от этих рыскарей. Нормально ты мне так навалял. Ничего. Я тоже навалять могу. Да, явно. Прям с каждого падает всякое сердце, линзы. Крови много, а тела нет. Надо разобраться.
Так, что, включаем визор? Ага, кострище. Что здесь еще есть? Больше, так понимаю, ничего здесь и нету, да? Хорошо, давайте осмотрим кострище. От лагеря тянется дорожка из капель крови. Где? Так, выделяем путь и идем по этому пути. Это что такое? Осмотреть нож. Выходит, кто-то ранил им Брома? Что ты взял, что это вообще кровь Брома? Вон еще кровь. Где? След тянется в ту сторону. Ну, туда же я, да, надеюсь? Выделяем путь. То есть след. И идем. Ага, ведро. Ведро. В него срал Бром. Вот и какашки Брома. Ты принес кровь в лагерь? Здесь кровавая дорожка обрывается. Должны были остаться другие следы. Ну, вон там ничего там не обрывается. Для нас, с помощью нашего супервизора, все это не проблема. Тут был явно силуэт человека, да? Да. Нам сюда. Тут опять рыскари, да, у нас? Сейчас мы их разберем. Так, давайте присядем. Их же тут трое. Вдруг они меня развалят. Валим. Надо чуть-чуть отбежать. Вблизи с ними они слишком быстрые. Где ты? Блядь, это жопа. Мне нужна морда твоя. Да, рыскари для меня уже не проблема вообще. Совсем. Единственное, что они, конечно, шустрые достаточно. Скоро мне это понадобится. Если их несколько машин рядышком, то они просто меня могут закайтить. Ну, в смысле, с разных сторон захреначить. Ладно, продолжаем поиск по следу. И этот след нас куда-то все ведет. Там какое-то поселение светится. Костер тут явно есть, да? Стоп. Так это ж мы приперлись к этому, да? Ну точно. Колыбель матери. Возможно. Если это сделал Брум, зачем ему притворяться погибшим? Зачем он осквернил храм? Так. Что, мы дальше, да? Да, дальше идем по следу. Там у нас падальщики, да, я так понимаю. Сейчас мы с падальщиками разберемся.
Так, давайте чуть-чуть зайдем. И с падальщиками мы тоже разобрались. Ресов, правда, потеряли кучу. А кто у нас там? Воюет там кто-то. Непонятно мне только кто. Если это Бром, он неплохой охотник. Ты лут собирать будешь, нет? И что дальше? Куда нас... Ага, нас сюда след ведет, да? Как раз туда, где кто-то воюет. Давай, агресс уже на меня. Все, вальнули. Не знаю, кто это такие. Привет. Ай. Но свой лут я забираю и иду дальше. Мимо них. Так, давай соберем. Не хочу тратить хилки. Хотя давайте их выставим на всякий пожарный. Что здесь у нас? Священные земли. Кто-то забрал отсюда припасы. Смотреть тайник. Бром в изгнании много лет. Зачем ему сейчас снаряжение? Да он вас вокруг пальца обводит. Вот и все, ребята. Так, а что дальше надо сделать? Идите по следу. По какому нахрен следу? Что-то я следов-то больше не вижу. А, понятно. Там неудачно приземлился. Давайте личканемся. Что это такое? Запасы из тайника. Их забрали, а потом просто выбросили? Зачем? Не знаю. Ну что-то нас уже провели по всему этому сектору, блин. Кто у нас там? Это кто? А, это бегун. Бегунов можно вообще не опасаться. Правда? Я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Чего? Там кто-то самоубийством хочет покончить? А куда дальше? Красота. Слоумо. Не стану слушать. Сперва побить. Ну вот мы его и нашли. Правда? Я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Ты не дух. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты отошел от края. Нет! Оставь меня! Не видишь, мне нужно время подумать! А как прикажете думать, когда все вокруг на тебя кричат? Так. Я не кричу. Ты умеешь слушать. Так выслушай ты, что я хочу сказать. Они мне не велят. Но Алара говорила, если видишь, кто говорит, слушай. Хорошо, я слушаю. Так-то лучше. Расскажи, что тебя тревожит? Духи забытых. Тех, кого прокляла богиня. Голоса. Они не дают мне покоя. Они заставляют меня вредить людям. А вдруг, если я вернусь,
Они велят обидеть Алару. А я этого не допущу. Я лучше убью себя. А ты можешь их не слушать, Бром? Они и сейчас говорят. Они всегда со мной. Заботятся. Утешают. Помогают. Но иногда кричат. Когда он меня повалил, они закричали: «Разбей ему голову!» И я разбил. Бром, ты жив. Хвала Великой Матери. Прости, что увязалась. Я должна была знать, что с ним. Нет, 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 нет! Сестра, не надо! Я не смогу тебя защитить! Мне не нужна защита от тебя, Бром. Он боится, что духи настроят его против тебя. Или он тебя слушает? Да, так и было раньше. Он лишь раз ударил человека, и то защищаясь. Я не хочу тебя видеть, но забытые их шепот. Моя голова полна их криков. Так, он в тебе нуждается. Бром не готов вернуться в племя, но тебе он не причинит вреда. Я присмотрел себе пещеру на горе Великой Матери. А ты сможешь меня навещать, если я буду стойким. Ты будешь стойким. Я помогу. Спасибо, Элой. Я позабочусь о нем. Пусть Великая Мать всегда помнит о тебе. И пусть забытые пройдут стороной. Что ж, вроде как мы выполнили допку с Шизиком, да? Побочное задание завершено. Забытые. И что мы получили? Коробку с внушительной наградой. Так, давайте смотреть предметы, сундуки. Вот она, да? Коробка с внушительной наградой. Что у нас здесь есть? Линза жвачника, эхо-патрон, 4 штуки. Ну, в общем, ничего тут полезного особо нету. А что у нас здесь в открытых? А, камни, небось, да, сплошные? Камни, да. Давайте-ка сейчас используем камешки. Покидаем, не знаю, там, вон куда-нибудь туда. Сколько мне там нужно? 4, да? 5, 6, 7, по-моему, камней выкинуть. И теперь мы можем, наверное, забрать эти сундуки, которые открытые. Блин, еще один нужен камень выкинуть, да? Потому что меня они раздражают, если честно. Открытые сундуки. А это что у нас? Коробка с ресурсами. А, это у нас только коробок с ресурсами. Это что? Это не то. Предметы. Ресурсы. Коробки. Давайте их все пооткрываем. Ну, я так смотрю, здесь ничего особенного такого и нету. Да? Особые предметы. Цветок. Боеприпасы, все дела. Так, что ж, что у нас дальше? Мы находимся здесь, да? И спокойно можем через врата пройти и собрать вот этот цветочек. Как минимум. Ага, и здесь еще. Обзорная точка. И зараженная зона. Нет, давайте-ка мы сходим в зараженную зону. Очистим ее. Как нам отсюда слезть? Безболезненно можно как-то слезть отсюда? Походу не особо. Как слезешь, да? Ну, вот так вот слезешь точно. Ладушки. Что, мы с ними будем что-то делать, нет? Слушайте, если я правильно понимаю, то вот этот зверь наш. Нет? Ну, похоже, что наш. У нас же сейчас может появиться, подозвать зверя, да? Нет, не появится. Не появилось. Ну, а, нет, все, нет, не наш. Просто показывается, что он не совсем здоров. Так, ладно, пойдемте зачистим зараженную зону. Воспользуемся обзорной точкой. Нам нужно восполнить боезапас, во-первых. А тут всякие рыскари, фигрискари и так далее.
Закроем зараженную зону. А, зараженная зона у нас вне пределов, да, лагеря? Получается. Если я правильно понимаю. Да, она где-то там. Так, тогда нам нужно спускаться отсюда. Или мы можем здесь как-то спуститься? Нет, здесь мы никак явно не спустимся. Здесь хорошая стена выстроена аборигенами. А мы не можем никак туда переместиться поближе. Давайте воспользуемся перемещением. Чисто для экономии времени. Так, идем на обзорную точку. Закончим обзорную точку и зачистим зараженную зону. И это что нам позволит? Не знаю, наверное, просто просто даст немножко опыта. Ну, во-первых, это будет первая обзорная точка, с которой я буду встречаться. Точнее, с которой я встречусь вообще. Так, что у нас по карте? По карте я почти около нее, да? То есть она, наверное, где-то здесь. Вот она, наверное, да? Ну что, ты можешь забраться? Так. И что это у нас тут? Задействовать обзорную точку. Ух ты! Это мы типа видим, да, что здесь было, когда во времена предтеч. Да, это забавно. У нас как раз тут зараженная зона. Что ж, там у нас... Сколько их там? Огонь, да, неуязвимы к огню. И их там... Ну, по крайней мере, троих я вижу точно. Попробуем одного. Интересно, сможем мы выманить хотя бы одного? Так, зараженная зона 15. Ну вот и выбираем это задание. 15 уровня, да, это зараженная зона. С троими, я думаю, я не справлюсь. Сразу с тремя. Вон там высокая трава, можно попытаться завалить его незаметно. Их четверо здесь, как минимум. Четверо падальщиков, да? Давайте изучим маршруты. Ну, вот этого мы одного можем снять явно. Так, они ушли в другую сторону, да? Минус один. Так, этот у нас чё, как ходит? Ну, не здесь, да, явно? Зато вот этого явно можно приманить. Где у нас там? А, у нас же есть новая обилка, да? Так, вот она. Ты сильно подойдешь ко мне или нет?
И мы второго срезали. А вот и дождь. У нас осталось их двое, вроде как, да? Где он? Так, раз-два, да? Вроде как двое. Кого есть? Так, они все оба идут сейчас сюда. Пока он до меня дойдет, я надеюсь, тот уже отвернется. Конечно, с одним, я думаю, я справлюсь, ну, в легкую. Ну, не в легкую, но, в общем, справлюсь. Да-да, в легкую справлюсь. А с двумя, тем более зараженными, которые дают вот этот эффект, когда его начинает мутить из стороны в сторону, и она ни хрена не может сделать. А он, между делом, хотел на меня напасть, напрыгнуть. Я вовремя его забрал. Так. Ну чё, того-то мы будем как-нибудь приманивать? Или просто зафигачим с лука? Ну, собственно, все. Он даже нас, наверное, особо-то и не видит. Успеем добежать? Блин, не успеем. Но мы как минимум выполнили зараженную зону, получили 5000 опыта. Это хорошо. Собираем всякие записи, особые приказы. Что интересно здесь было? Красивый такой дом. Так. Древний металлический глаз. Ресурс. Замечательно. Больше здесь ни хрена нету, да? Так. Так. Че, надо, наверное, собрать лут с этих ребят. Хотя там, наверное, лут-то немного. Но полезный лут. Точнее, лут любой. Лут всегда полезен. В редких случаях бывают бесполезные луты. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже какие-то плюсы и минусы. Что это за здание? Очень интересно посмотреть, что это за здание. Можно ли где-то здесь еще что-то полезное найти? Нет, полезного здесь явно больше ничего нету. Так, что у нас по карте? Обзорную точку мы закрыли. Тыры-пыры. Вообще, мне помнится... Давайте, наверное, пойдем жвачников чуть-чуть по крошам. С них соберем огнежора. Потому что мне не хотелось бы просто так тратить время на то, чтобы собирать потом. Ну, в самый неподходящий момент, как обычно, мне понадобится огнежор. Вот по-любому. Какие-нибудь стрелы закрафтить. Кстати говоря, что у нас там со стрелами? Да, провода, все дела. Все это нам будет полезно. У нас постоянно выбирается клад смерти в качестве основного задания. Потому что я так понимаю, что это и есть основное задание. Так, нет, стоп. Обычный лук. Все. Да, действительно, в прессе теперь нас животные, ну, практически не замечают. Ну, явно меньше замечают, скажем так. Что у нас здесь? Енот. О.
На самом деле мне больше мяса нужно. Еда. Чтобы хилки собрать. Что у нас тут на горизонте? На горизонте никого. Че, ребята типа заметили? Ой, ёп, нашего завалили. Повернись-ка ко мне мордочкой, дружочек. Спасибо. Ладно, собственно, эти у нас сбежали. Они не хотят с нами общаться. Ну и не надо. А я пойду соберу лут с рыскаря. И будем двигаться дальше. Нет смысла здесь слишком задерживаться. Кстати говоря, здесь где-то охотничьи угодья были, да? Может, вот здесь вот. Охотничьи угодья Нора. Древний арсенал. Найдите применение топливному элементу. Вот, кстати говоря. Очень интересный момент. Ладно, идем забираем цветок. И будем двигаться к древнему арсеналу. Который, я так понимаю, можно будет открыть с помощью того топливного элемента, который мы в башне, да, нарыли. Так, чуть-чуть хилок я еще подсобираю. Так, тут у нас бегуны. Их я трогать не хочу. Ты кто такой? Что с тобой, охотник? Ты из войска, тебя ранили в сражении? Не совсем так. Я не охотник и не воин. Да вообще никто. Зря ты со мной говоришь. Кто бы ты ни был, ты ранен. Что случилось? Я Крин. Хотел пройти испытание в охотничьих угодьях за холмом. Ну, навыки отточить. И вышло не очень удачно. Ладно. Пройти, Крин. Охотничьи угодья меня пока не интересуют. Особенно на севере. И потренируйся в охотничьих угодьях. Да не интересуют меня охотничьи угодья. Потому что тупо меткость там, все вот это все дела, не дадут мне каких-то плюсов. Сейчас. Берем. Так, отвалите от меня. Коняки, отвалите, сказал. Пока я вас не перехватил над вами управление и не начал над вами издеваться. Так. Ага, мне надо как-то туда спуститься, да? Ну, здесь вроде невысоко. Вот он как раз цветочек. Забираем. Теперь у нас уже два цветочка. Да? И давайте доберемся до... Во-первых, вот здесь металлический цветок явно есть. Здесь еще какие-то руины есть и древний арсенал. Это хорошо. Дальше у нас будет сосуд. Да? В общем, дальше мы пробежимся. А здесь что интересно? Фигурка Банук. Ага. Очень интересно. Ну что ж. Это нам как минимум не помешает в дальнейшем прохождении. В конце концов, мы изучаем мир. Запас карман не тянет. Это да, это да. Здесь тоже были какие-то, я так понимаю, жилища, да, деревеньки небольшие, но почему-то мне кажется, что они все так-то достаточно пустые. Ну, здесь явно разрушенная дерево. Домик, да?
Мы же не можем у него войти? Не, не можем. И дверь ему покосилась. Да, явно это не от радости. Так. 63 метра туда. А куда туда? Мы можем здесь... Да, вот здесь можем подняться. Живучая травка. Ты мне пригодишься. Я думаю, что можем, да, подняться мы здесь? А? Что это значит? Это значит, что где-то здесь есть цветок. Но где точно непонятно. Давайте повыше заберемся. И попробуем его найти. Опа, тут еще допки, да? Появились у нас. А мы сюда не заберемся. Да, здесь у нас допки появились. Но от этого цветка я явно удаляюсь. Интересно, это здесь у нас? Да, вроде как здесь. Это что? Похоже, кстати, на телебашню. В этом снегу. Интересно, что это? Так. Древний арсенал. Побочное задание. Найдите применение топливному элементу. Как там туда... О, там цветок, кстати говоря. Ой! Черт, чуть не помер. Я вообще планировал найти нормальный сюда подход. Но, видать, не судьба. Так, ладно, цветочек-то мы нашли. Это хорошо. А здесь, наверное, вход, да? Да, вход. Бункер. Что там есть у нас? Доспехи из эпохи предтеч. Но как до них добраться? Броня из ультраткани. Дверь бункера. Кажется, предтечи таким образом. Блин, там доспехи какие-то есть, их можно одеть? Броня из ультраткани. Ага. Очень интересно. Что ж, ребят, на этом я буду заканчивать эту серию. Мы немножко повыполняли побочные задания и нашли древний арсенал бункер. Если вам понравилось видео, ставим пальцы вверх. Подписываемся на мой канал. С вами был Соб. Увидимся в следующей серии, и в ней мы будем пытаться достать эти доспехи.